Протокол номер 2. В результатах тайного голосования по проекту решения об удалении главы Ачинского муниципального района Красноярского края Хохлова Петра Олеговича в отставку. Город Ачинск 29 июля 2024 года. Избраны членов счетной комиссии 3. Присутствуют члены счетной комиссии Дорошов Павел Владимирович, Янсов Дмитрий Владимирович, да? Васильевич. Васильевич, извиняюсь, да. И Теренко Евгений Александрович. Повестка. Андреевич, извиняюсь, по отчеству так бы плохо. Клиентка Евгений Андреевич. Повестка дня. Результаты тайного голосования по проекту решения об удалении главы Ачинского муниципального района Красноярского края Хохлова Петра Яковлевича в отставку. Слушали председателя счетной комиссии Дорошка Павла Владимировича. Счетная комиссия установила. Бюллетени для тайного голосования по проекту решения об удалении главы Ачинского муниципального района Красноярского края Хохлова Петра Яковлевича в отставку внесены следующие графы. За, против, воздержался. Число изготовленных бюллетеней 21, число выданных депутатам бюллетеней 15, число погашенных бюллетеней 6, число бюллетеней обнаруженных в ящике для тайного голосования 15, число действительных бюллетеней 15, число недействительных бюллетеней 0, число голосов за 11, число голосов против 4, число голосов воздержался 0. Счетная комиссия постановила решение об удалении главы Ачинского муниципального района Красноярского края Хохлова Петра Яковлевича в отставку не принято. Голосовали за 3 человека, против 0, воздержались 0. Председатель счетной комиссии Дорошов, секретарь счетной комиссии Пеняцев и члены счетной комиссии Переенко. За сколько? За 11, против 4. Для удаления 4. Главы в отставку необходимо не менее 3-4, то есть 14 человек необходимо, чтобы голосовало. Коллеги, предлагаю утвердить протокол о результатах тайного голосования по проекту решения об удалении главы Ачинского муниципального района Красноярского края Хохлова в отставку. Утверждается простым большинством голосов. Кто за то, чтобы утвердить данный протокол, прошу голосовать. Кто за, прошу отпустить, против, воздержался. Спасибо. Ну, коллеги, спасибо. Да, представляете, Павлович, итак, на основании протокола счетной комиссии результатов данного голосования объявляю, что решение об удалении главы Ачинского муниципального района Красноярского края Хохлова в отставку не принято. Все вопросы вынесены на сессию рассмотрены. Предлагаю закрыть рабочую сессию. Кто за данное предложение, прошу.